Как вы считаете, питание, еда, которую мы внутрь себя засовываем, она как-то влияет на наш образ жизни, на образ мышления, помимо того, что она может влиять на здоровье? Безусловно. То, что мы едим, тем мы и становимся. Если хочешь иметь мертвое тело, употребляй мертвую пищу. Хочешь иметь живое тело, употребляй живую пищу. Если хочешь духовное тело, употребляй духовную пищу. И питание напрямую влияет на наш ум и психику. У нас есть наш полушарие мозга, нейронная связь, чистый разум, либо психика. И есть кишечник. Наш кишечник имеет настолько сложную нервную систему, как во всем теле вместе взятом. И даже больше того, наш кишечник имеет свою нейронную связь, как мозги. И вот если у человека грязный кишечник, мы думаем своим нижним мозгом. То есть идем на поводу своих вкусовых рецепторов. А если тело чистое, кишечник чистый, то мы начинаем осознаваться верхним умом. И питание напрямую влияет на наш даже ум.